Поговорим о правилах использования. Наши маски мы доставляем в специальной упаковке, но после вскрытия маску нужно обработать. Каждый раз перед тем, как использовать маску, ее необходимо постирать мылом или в стиральной машине. После стирки маски нужно пройти термическую обработку. Обработайте ее утюгом с помощью функции подачи пара или отпаривателем. Очень важный момент. Не оставляйте маску сушиться на балконе. Она должна быть сухой сразу же после обработки. Поэтому прогладьте ее горячим утюгом без функции подачи пара. После того, как маска высохла, ее можно использовать. Важный момент. Не используйте маску больше 2 часов. Старайтесь носить с собой несколько масок на смену. При соблюдении этих правил маска защитит вас от вирусов и инфекций.